Как создать беспилотный автомобиль, спроектировать умный дом, оптимизировать бизнес с помощью последних тенденций в IT-индустрии. В бизнес-инкубаторе парка высоких технологий сегодня прошла масштабная конференция Data Fest. Термин Big Data объединяет различные методы обработки и анализа больших массивов данных, и это сегодня одно из самых актуальных направлений развития IT-сектора. Такие технологии активно применяются в бизнесе, телекоммуникациях, медицине и банковской сфере. Магазины будут уже сейчас анализируют, на что обращают внимание покупатели, как перестроить свои процессы, расположение товаров, так, чтобы потребителям давать больше услуг, которые им нужны, и, соответственно, зарабатывать на этом больше денег. Любые бизнесы, которые взаимодействуют с людьми, начнут внимательно анализировать, а что же клиентам на самом деле нужно. Участие в конференции Data Fest приняли более 300 человек. Свои идеи разработки презентовали представители компаний, которые работают в области искусственного интеллекта, дополненной реальности. Форум организовала площадка Space, объединяющая IT-сообщество, компании и специалистов.